Принесли мне как-то радиоприемник, не побоюсь этого слова, советского периода, а именно ВЭФ-206. Радиоприемник в очень хорошем состоянии для своих лет. Ну, скажем так, 86-85 года этот год выпуска этого радиоприемника. То есть антенна своя, родная, телескопическая. На удивление, даже не гнутая ни в одном звене. То есть все звенья целые и не вылетают. Немножко пыльный. Но это ничего страшного. Это пыль веков. Ну, это раз радиоприемник прошлого века, значит пыль веков. Во всяком случае, внешне просто как из магазина. Все на месте. Скажу больше и даже покажу, что даже пломба есть. Пломба от завода радиотехника. Рижский. Как он там, электрический завод, или как он там назывался, я уже не помню. То есть вот значок там есть. ВЭФ. Повторюсь, все штатное. Вот дно даже покажу. Никаких трещин нет, никаких сколов, никаких царапин. Очень достойный экземпляр. Просто очень. Обычно здесь вот бывает, когда подтеки на, скажем так, в батарейном отсеке, подтеки, подтекают батарейки, если не вынимать их, и электролит выливается. И вот здесь вот коррозия бывает. Но здесь все отлично. Никакой коррозии, никакой эрозии. Экземпляр или в коллекцию, или как подарок, для подарка. Ну и попросили, соответственно, меня сделать апгрейд, то есть модернизировать. А то штатно работает прекрасно, трещит, гудит, шипит, свистит, трещит. И ничего не принимает. Ну что же, буду делать модернизацию. И постараюсь не нарушать внешнюю аутентичность аппарата. Как-то так.